Жил-был на свете один человечек. Откуда он взялся, он и сам не знал. Сколько он себя помнил, он был всегда. Человечек жил в прекрасном саду, где росли чудесные деревья и цветы. Повсюду порхали разноцветные бабочки и птицы. В общем, это был рай. Так весело и беззаботно протекала жизнь человека до одного необычного дня, когда, пробегая по саду, он заметил у ворот большой холщовый мешок, завязанный веревочкой. Ему было интересно посмотреть, что там в мешке. Но едва он потрогал мешок, как откуда-то сверху раздался раскатистый голос. «Не трогай мешок, тут явно что-то живое», — подумал человечек. «Ну, пожалуйста, не открывай мешок. Может быть, там мне подарок?» – задумался человечек. «Какая-нибудь чудесная жар-птица, какой в саду у меня еще не было!» «Уа! Уа!» «Не открывай мешок, это опасно!» «Я только одним глазком посмотрю», – попросил человечек. «Не открывай мешок, возьми его, отнеси и брось в болото». «Я посмотрю, и если мне не понравится, что там в мешке, тогда пойду и брошу его в болото», — продолжал человечек. Большая и малая живность мигом разбежалась по саду, скрылась в траве и попряталась в норке. «А ничего», — подумал человечек. «Сад большой, места всем хватит». Он пока и не догадывался, что уже очень скоро ему придется пожалеть о своем опрометчивом поступке. «Эх, человечек, человечек, что же ты наделал?» — раздался с небес голос, горестный и сокрушенный. Человек увидел, что за одну ночь его сад превратился в руины. Цветы исчезли, повсюду торчали только голые стволы деревьев, обглоданные прожорливыми обитателями.
человечек не знал, что ему делать. И тут человечек вспомнил про голос неба. Ну что, человечек, что делать будем? И человечек обратился к этому голосу. Я не знаю, кто ты, но помоги мне. Я сам ничего не могу, я сам не справлюсь. Я тебе помогу, но только ты станешь другим. Ты станешь аистом. У тебя будет острый клюв, чтобы ловить добычу. У тебя появятся длинные ноги, чтобы быстро бегать. И у тебя будут большие сильные крылья, чтобы высоко летать. Но ты навсегда останешься аистом. Ты согласен? Человечек поспешно закивал головой. Да-да-да, согласен. И человечек превратился в аиста. Аист решительной походкой направился к разрушенному саду, а вся нечисть, завидев его, быстро попряталась кто куда. Работал аист весь день, пока не изловил всех вредителей сада до последнего. Тогда он покрепче завязал мешок и направился с ним к болотцу, чтобы исполнить то, о чем говорил ему голос с неба. Аист смотрел на мертвый сад, торчащие повсюду почерневшие деревья, и грустно думал: хорошо бы сейчас дождичку пройти, может, тогда сад и ожил бы. И тут же, словно услышав его мысли, на небе собрались тучи, накрыли собой сад и пролились животворным дождем.
после дождя сад расцвел краше прежнего. В нем снова запорхали бабочки, появились птицы. И вдруг в сад влетела чудесная жар-птица, о которой он всегда мечтал и которой в саду раньше никогда не было. Счастливо прожили аист и жар-птица в своем чудесном саду. И человечек ни разу не пожалел, что когда-то стал аистом.